На северной окраине города Сланцы уже по старой доброй традиции прошла долгожданная 10-я спортивно-патриотическая «Игра Победа», которая в этом году была посвящена столетнему юбилею Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Мероприятие, проходившее под традиционным осенним дождем, открыли исполняющие обязанности главы администрации Сланцевского района Марина Чистова и первый секретарь Сланцевского горкома комсомола, а ныне главный редактор районной газеты «Знамя труда» Алексей Александров. Конечно, погода сегодня приближена, наверное, к таким самым суровым условиям, но я думаю, что это никого не устрашит, а наоборот объединит. И игра пройдет интересно, слаженно, с командным духом. Всем я вам желаю хорошей игры, достойной игры. Ни пуха, ни пера, ребят. Я не буду, к сожалению, рассказывать вам тоже, опять же, в силу погодных, наверное, условий и вашего горячего желания, нетерпения начать игру в целом о комсомоле. Я только скажу, что у комсомола была славная история, которая сегодня постепенно восстанавливается. И я думаю, что в молодежные новые течения, движения, что-то из комсомола будет постепенно браться, набираться и жить вместе с новыми молодежными движениями. Перед началом соревнований право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено команде «Орленок», победителю спортивно-патриотической игры «Победа» 2017 года. Получив от главного судьи соревнований Сергея Баранова маршрутные листы, команды рванули на свои этапы. В этом году силу, сноровку и знания военной стратегии демонстрировали 10 команд. Из года в год игра наша растет. Помимо наших сланцевских команд, с удовольствием принимают участие команды из области. Это Кингисепп. Сегодня представили две команды. С города Тосно Ленинградской области также приехало две команды. Это увеличивает азарт. К сожалению, в связи с погодными условиями у нас получилось не все. Жаль ребят. Но ребята не упали духом, соревнуются. На протяжении 10 лет на спортивно-патриотической игре «Победа» затрагивалась тема Великой Отечественной войны. А в этот юбилейный год организаторы решили поставить акцент на подвигах героев-комсомольцев, которые всегда были в первых рядах в те суровые военные годы. Посредством игры мы хотим привить к ребятам командный дух, навыки военно-прикладных видов спорта и также теоретические навыки. В этой игре мы рассказываем о героях-комсомольцев, которые, о их подвиге, которые они совершили во время Великой Отечественной войны. Хотели игру более тематической, чтобы на каждом этапе была бы легенда о герое-комсомольце, который он совершил подвиг. Например, если взять героев-партизан, они на этапе ориентирования должны пройти партизанской тропой и достичь какого-то результата. Немножко погода нам в этом помешала. Всего для прохождения было подготовлено 11 рубежей. Молодым людям предстояло пройти маршрут по азимуту, преодолеть непростую туристическую полосу препятствий, а также оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и многое другое. Сотрудники Ленинградского областного центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Патриот» подготовили и провели рубеж оружейка, где команде нужно было ответить на базовые вопросы по устройству автомата Калашникова, после чего два участника от команды выполняли норматив по неполной разборке и сборке автомата. Оценивалась скорость и правильность выполнения норматива. Также они выступили инструкторами на этапах метания гранат и стрельбе из пневматической винтовки. Помимо этого, представители центра «Патриот» показали выставку современного вооружения и экипировки, а члены Кингисеппского отделения ДОСААФ России провели рубеж из окопа и штурмовая полоса.
Безопасность на каждом этапе прохождения испытаний обеспечивали опытные инструкторы. Несколько часов азарта, волнений, преодоления себя и своих физических возможностей, сплоченности духа останутся в памяти каждого участника надолго. По итогам соревнований в старшей возрастной категории сильнейшей стала команда из Тоснинского района. В младшей возрастной категории победила кингисеппская команда. Ну а гран-при спортивно-патриотической игры «Победа» завоевала команда «Обана» клуба «Орленок». Все победители получили кубки, грамоты и подарки в виде спортивного инвентаря.